Привет всем, дорогие друзья, добро пожаловать на канале MX Fishing. Друзья, сегодня у нас будет опять форелевая рыбалка. Для этого мы выбрались на такой прикольный пруд, называется Fish Paradise Girsheim, недалеко от города Раststадт, за Карлсруэ. Вот, сегодня бронировали озеро и хотим такой, ну, довольно крупной компанией половить форельку. Вот, и сегодня у нас в приоритете не просто рыбалка и получить как бы кайф от этого, да, но потестовать несколько различных вещей. Во-первых, в первый раз я и несколько моих друзей будут ловить на этом водоеме вот такой вот небольшой пруд, который мы арендовали. Вот такая прямоугольная форма у него. Вот, и также потестить сегодня новую палочку, которую я еще не ловил, показать вам ее. И также кое-какие приманки тоже провести тест. То есть сегодня у нас будет форелевая рыбалка с большими тестами. Вот, сейчас запустим нам рыбку, начнем ловить, и все, что у нас получится, вы увидите в коротком видеоотчете. Итак, друзья, нам запустили первую рыбку, первая наша засадка до обеда, после обеда будет еще одна засадка. Вот, ребята тут уже все активно пытаются ее поймать, уже, по-моему, одну-две штучки поймали, не видел, одну точно видел. Вот, сейчас тоже стартанем рыбалочку, посмотрим, что у нас будет получаться. Вот, насчет тестов, ребята, то, что я сегодня рассказывал. Ну, в общем, скажем так, большое количество различных колебалок, представленная магазином Samurai Tackle Германии. Будем, конечно, тоже пробовать. Опа, поклевочка. Вот она, первая рыбка пошла после засадки. Вот она там идет на яркую колебалочку. Очень хорошая развеска, примерно 200-250 грамм. Супер, отлично. Поздравляю. Такая форелька на яркую блесенку, оранжевую с золотой подложкой. Круто. Также у нас на тест силикон, который я не скажу, кто делает, и это все будет в будущем, но сегодня мы хотим попробовать новый силикон. Вот такая типичная форма танты, отлита специально для теста. Новая консистенция, новый состав, все секретное, понятно, да? Вот, вот такие различные интересные расцветочки. Вот, крупные танты, более мелкие танты. Вот, все сделали сначала в тантах, чтобы, ну, как бы проверить сначала консистенцию, проверить уловчивость этого силикона, да? Вот различные краски, различные запахи. Вот, все это будем тестить. Ну и в будущем, конечно, вы узнаете, кто делает этот силикон, где его можно будет приобрести. Просто супер коллекция здесь от Волкин, Смит, Мукай. Круто, очень много всяких вещей интересных. Так что будем сегодня рыбачить, пробовать. Также, друзья, сегодня на тесте у нас бюджетный вариант спиннинга для ловли прудовой форели. Вот, и не только. Этот спиннинг Мукай Step Stick SS1602ULS 6,0 футов, по леске 2 до 4 либров, по приманкам от 1 до 3 грамм, спиннинг 1,82 м длиной. Вот, очень интересная палочка. Как я уже говорил, это у нас бюджетный класс спиннингов, то есть доступен для новичков. Для тех, кто хочет попробовать себя в форелевой рыбалке, может быть, да. И также этим спиннингом отлично можно ловить на микроджиг, на какие-то донные приманки, мормышень, микроджиг. Очень он хорошо к этому подходит, потому что у него быстрый строй. Вот, только у него так вершинка играет, скажем так, да. Первая треть примерно активная. И потом он идет более такой
скажем, ну, покрепче, да, то есть первая треть чуть-чуть ближе к середине, и задняя часть уже довольно крепко. Очень хороший спиннинг для новичков, для тех, кто, как я уже говорил, хочет себя попробовать в сфере прудовой форели и не только. Вот сейчас будем его тестовать. Стоит сортеть тысячный, эстер намотан, вот, по-моему, 0,4 тонкий, 0,12 миллиметров где-то, да. Вот, так что давайте начнем рыбалочку, будем тестовать вещи различные и посмотрим, что у нас получится. Броские качества спиннинга уже очень хорошо впечатляют. Получается на тонком эстере просто супер летит блесна. 2,4 грамма почти на тот берег. С легким забросом запястье летит просто на ура. Даже не надо использовать две руки. Также, ребята, добавлю, что модельный ряд ULS имеет солидную вклеечку. То есть здесь у нас вклеечка из полного материала, примерно 20 сантиметров. Вот здесь вот, не знаю, будет видно. Вот отсюда до конца примерно 20 сантиметров полный материал. Вот. Также спиннинг имеет 96% карбона, что делает его очень информативным и устойчивым, то есть он очень устойчив по борьбе с рыбой, довольно быстро ее вяжет, имеет такую интересную твердость, то есть не шибко твердый, не сильно, вот, но для того, чтобы быстро после поклевки, посадки утомить рыбу, очень хорошо это все получается на этом спиннинге. Вот, еще одна. Супер. Сошла? Блин. Ну ладно. Долбится, да? Да, рыбка очень активная сейчас вот у моего соседа. Поклевки одна за другой, ну. Не успевает садиться. Вот такая, ребята, первая рыбка. По привычке на Дону РУД 12. Вот 2,5 грамма. Сейчас ее обработаем. Будем ловить дальше. Да, ребята, ощущения, в принципе, очень хорошие на этой палочке. Чувствуется реально даже легкая поклевка. То есть чувствуешь, когда рыбка начинает подбивать колебалку. Прям хорошо, вот сейчас тоже была поклевочка. Чувствуется прям хорошо в руку. Я думаю, из-за полноценной вклеечки очень информативно получается. И, как вы видели, в принципе, с вываживанием тоже все нормально. Спиннинг можно использовать под соревновательный модус, под быстрое вываживание, так как у него все-таки более крепкая спинка, и он рыбку довольно быстро гасит вот эти вот рывки, скажем, утомляет. Вот, очень приятное такое ощущение. И также спиннинг весит меньше 80 грамм. По-моему, что-то 76 грамм, где-то так. И скомбинировал его с очень легкой катушечкой, SR-Tate. В принципе, как перышко в руке, можно ловить сутками.
Вот-вот-вот. Вот она села. Очень хорошо было видно. И по чувствам тоже ощущение, что несколько раз она пыталась ее ударить блесну, и потом все-таки доела. Вот такая вот порционка. Очень приятный размер. Похожий на японский. 250 где-то грамм, 200 грамм. Ну, круто. На дне рыба. Да. И еще одни ребята. Вот такая вот форелька. Опять же на дону. Надо что-то другое пробовать. Что-то уже неинтересно. Три подряд. Сейчас будем пробовать другие колебалки. Такая вот форелька. Так, у нас сейчас идет придонная ловля. Рыба стоит довольно глубоко после засадки. Так что опускаем на дно. И медленно начинаем нашу проводочку. Чтобы она сильно не поднималась, колебалка у нас от дна. И периодически я делаю подброс вперед. Что добавляет еще немножко эффекта для поклевочки. То есть такая анимированная проводка, не монотонка коматозная, а анимация происходит иногда, чтобы показать форельке, где находится блесна. Да, вот сейчас тоже полетные качества. High Burst 1.8. Очень хорошо летит, хотя палочка в принципе твердая, да, можно так сказать. Быстрый строй. Ну, супер, также летит. Просто отлично. Без всяких усилий. Есть. Супер. Опять что ли? Все, я молчу, ничего не буду говорить. Да я каждый раз как что-нибудь это удивляюсь или радуюсь за вас. У вас сходит. Все. Буду материть. Есть, супер. Сработала матерная тактика. Супер, поздравляю. Ну, когда материшь человека, не радуешься за него, а материшь, у него сразу начинает получаться. Итак, ребята, с 1.8 все понятно. Сейчас поставил Шейла Волкин 1.2 грамма. Вот, ну, по ширине водоем примерно 50 метров, наверное, да, до того берега. Может, чуть больше. Вот я сейчас кинул метров, наверное, на 35. 1.2 грамма. Спиннинг твердый, скажем так. И все равно колебалочка летит очень хорошо. Так что, я думаю, этого спиннинга очень хорошее качество. Вот сейчас опять где-то метров на 37 примерно. Просто огонь. Также очень удобный комель. Можно, то есть рукоятка. Оп, поклевка. Ха, пока хотел рассказать вам, у меня село. Причем на паузе. Вот она, красотка. Супер. Шейла 1.2 грамма. Красота. Итак, ребята, с колебалочками, приманками среднего легкого веса все понятно. Сейчас пробуем силикончик. Головка примерно 0,4.
Поставил маленький крючок специально под эту приманку, ну, чтобы посмотреть, будут ли вообще поклевки или нет. То есть, ну, поймать рыбу не так важно, а важно посмотреть реакцию. Вот такой замечательный цвет, оранж с шартрезом. Сейчас посмотрим, как работает приманка. Да, активность очень интересная, играет всем телом, вибрирует. Сейчас посмотрим, как по забросу. Примерно 25 метров на легкой приманочке, примерно, ну, 1.5 грамма где-то. Вот. Посмотрим, будут ли реакции на силикон. Конечно, сейчас маленько рановато еще, рыба довольно активная. Вот. Насается по водоему. Силикон все-таки такая более пассивная получается у нас приманочка. Смотрим, будут ли реакции. Будут, ребята, реакции. Да? Вот она. Господа, на первом же забросе подсела. Такая замечательная форелька. Это уже, наверное, грамм 250. Супер. Вот, у Артема у нас посадочка. Супер огонь, Артем. А что, поймал? Рассказывай. Ой, не скажу. А, ну ладно, все. Секретная приманка. Не секретная приманка. Сейчас покажу. Вон что. На колебалочку. А, ага, понятно. Ну, то есть дона, можно сказать так. Ну. Типичная дона. Да. Супер, рыбка, лови дальше. Итак, ребята, у Виктора клюнула вот такая замечательная форелина, золотая, янтарная. Просто супер, примерно кило с чем-то. Огонь. Вот эта красотка. На резиночку взяла. На резиночку. Опа-на. На секретную. Вот это да. Проглотила. Да. Супер. Вот у ребят двойная поимка тут. Молодцы. Вытаскивай, Вась. Где твой пацак? Вася, твое место вообще там было. Она ушла туда, ну. Супер. Итак, ребята, наконец-то долгожданная рыба. Вот. У нас, в принципе, утренний клев был неплохой. А потом голяк. Вот сейчас, наверное, 12:30 времени, и наконец-то пошли первые поклевки. После засадки, конечно же. Вот такая вот форелька. Так. Вот так вот. Смотри, 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 Виктор. Молодца, смотри, смотри, смотри. О, видел? Ты видел? Ты это видел? Ну ты видел? Ты мне тормоза отпустил? Вот я тут оставлю рыбу, да, чтобы она тут была? Да, да, вон чурбок. Не, имею в виду это, ставь. Чурбок, говорю. Ставь, ставь. Есть. Супер. Хайберст Валкин. 1,8 грамм. Расцветка, не помню. А где взять? Samurai-tackle.de. Итак, дорогие друзья, на этом все. Завершаем нашу рыбалочку. Уже ребята собираются. Вот кто-то еще самый упористый пробует поймать одну или другую форельку. В принципе, было прикольно. Неплохо половили. Главное, что было очень весело в дружной компании. Все свои ребята, как бы, да. Вот, хорошо потестили водоем. Получается, ну, нужно было, Вася машет, нужно было посмотреть, как бы, на акваторию, на которой будет проводиться наша встреча в будущем. Вот, и, в принципе, нам понравилось. Все очень классно. Удобный очень водоем для соревнований, для встреч. Вот, опять же, потестили палочку Mukai Step Stick. Очень мне понравилось. Советую всем, кто хочет попробовать себя в теме прудовой форели. И, в принципе, ну, она такая универсальная. То есть ее можно ловить и на силикон, и на колебло, а также на воблеры, что я, в принципе, вам сегодня и показал, и рассказал. Вот, также наш силикончик секретный сегодня попробовали, раздали ребятам. Все, в принципе, довольны, отловились неплохо на силикон.
Вот, ну и, как я уже говорил, хорошо провели день. Так что с вами я прощаюсь. На этот раз, как обычно, благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарии. Вот, ну а мы увидимся на следующих рыбалках.